бёздэй, Денис, хэппи бёздэй, хэппи бёздэй ту ю. С днём рождения, дорогой! Ай! Что не говорите, а козероги – это самый лучший знак из всех знаков зодиака. Но это же просто великолепно отмечать день рождения под елкой. Ну ты меня понимаешь, как никто, правда? Мы, козероги, друг друга не бодаем, правда? Нет, потому что я телец. Я родился в конце апреля. Да, друзья? Апрель на дворе. Да. У вас, бля, елка стоит. Мало того, конечно. Я не понял. Не гоните, да? Ну вот елка, это же не белка. Это там может прискакать в самый неподходящий момент. А елка это, я вам скажу, елка! Там еще и пихта стоит. И не одна. А, друзья, но... моя елка... На носу уже скоро, а вы все пьете и пьете. Хватит пьете, бухать. Пьете, да. Ну все. Нам, вы... Может нам брудершафтер? Ну, да. С каким-то пойлом, да с такой-то закуской. Днем рождения, дорогой. С таким-то пойлом, да с такой-то закуской можно и до следующего Нового года пробухать. Ну ладно. Не выходя из дома. Продолжим на Пасху. 1 мая на моёлку. Ура! Ура!